Da, nu n-ai fi. Этот инст. А чё попалось? Узилище. Фу. Сейчас. Кто-то ливнул? А жрец здесь полезнее или нет? Это вдруг я просто так тыкаю? По-моему, нельзя. Кстати, помнишь, мы там говорили по поводу таланта на дух, который после убийства мобов прокает? Прочитал, да? Что прочитал? Ну то, что он после критов еще прокает. Ну, я когда гуглила, какую ветку лучше взять, взяла ветку для слабого, не одетого приста. В принципе, пока устраивает. Вообще-то, жрец лечит болезнь. Я так что здесь болел? Хорошо. Раз ты говоришь, что не лечит, тебя не буду. Сейчас. Ой. Как я хочу 68 и поехать в Парейку. Прям мечта. Сзади. Что-то прям разошлись.
Добить мага, добить мага. Там хил умирает. То куда вся мана девается? Что с ним? То отражение, то промах. Что за хрень? Ну там 50% шанс отразить заклинание. Так он мое отражает. Он все отражает. Петушиный поступок. Согласен. Я попью, так что не спешите особо. Там, кстати, если идол не убить, мы умрем. Блядь, а чё у него хп так дохуя? Стук палки такой, это у тебя там древковая так звучит. Топор. А, это он по мне так бьет. Наверное. Какой классный меч. Нахила. Так. А кто может носить мечи? Маги. А присты нет, да? Хорош. Вау. Это мобы, этот опыт. Оправдывайся, оправдывайся. Вот иногда мне непонятно, эти огни это наши, которые шарики с ним сыпятся, или это на нас? Ну, Лока нету, значит не наши. Я не хил, так что можно постоять. Фу, какой бесполезный камень. Забираем.
Нет, интересно, тут же есть девятый шмот. Какой? Ты девятый? Угу. Ну так он, когда это ИК будет. Сначала его нет. Его же можно у вендора купить. Нет. Всегда был. Когда открытие идет, там будет Т7. Т7 это Ноксрамос. Ноксрамас. И Ноксрамос. Ну не может Т9 быть, потому что Т7 только падает в Наксе. Понятно. Знаете, я когда на 49-м твинковал, я мечтал, что введут комплекты для 49-х, для твинков. Где был тогда Сирус? Сейчас бы спрыгнуть с первого раза. А сейчас мы гайды запишем. Не люблю гайды записывать. Я не помню сам, куда прыгать. Так, давайте посмотрим. Я люблю проход вперед. Я люблю вот так вот. Блядь. Теперь дальше. Ой, ну не я одна такая хотя бы. Какие-то тут текстурки скользкие, у меня кот аж прямо в это упасть хочет. Просто корова толстая. Не прошла. Это еще левитация, да? Есть, я перышко забыла взять. Какое там перышко надо? Легкая перышко. Да. Тебе вот этот спессарит нужен? Камешек? Мне да. В Юве там что-то делать. О, точно, может же не обходить. Мы же почистили трэш. Блин, я вспоминаю, когда прокачивал Вара и первый раз сюда в РБК попал. И тоже прыгнул, короче, в воду. Сколько раз я так падала мимо. Ни сказки сказать, ни пером писать. Там просто чуть не доходя до стены надо, потому что вот этот склон... Да я не дошла, подпрыгнула, прыгнула, поняла, что... что-то не так. Я вспомнил, как CJ в GTA San Andreas падает. С небоскреба прыгаешь, я такой, оу, щет. Блять, а что это такое? Это гоблин. Ты типа... Фантура. Ебануться. Короче, опять мимо кинете меня. Стой, 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 стой. А что тут залезть нигде нельзя? А, ну только туда. Я вот говорю, я люблю проход вперед. То есть проходишь, обходишь и без всяких этих акробатических выкрутасов. Что, где, как?
Там чистить трэш надо немножко. Ну, танк наш друг, он может почистить с нами. Чё, сейчас? Да. Ой, я тюрень. Денис и короткий путь, понимаю. Это уловка. Петушиный поступок. Ты сейчас мобов согрешь. Нет, еще не петушиный. Ну, кстати, идем мы только втроем. Но за все мои РБК я по длинному пути ни разу не проходила. Первое время меня всегда Юра спасал, потому что он лок, он всегда меня сманил. Потом я вроде научилась прыгать. Нет, не точно. Я, в принципе, могу еще раз попробовать прыгнуть. Не надо. Чё, хилить тебя? Беги. А куда прыгать? Беги. Вперед и налево. Чё, в смысле прыгать отсюда? Да, в воду. В воду. Так, говорит, трэш. Хотя можно подождать. Можно вернуть. А он тут левый пак только вот, говорит. Здесь надо постоять, обязательно. Блин, мимо. Сори, но я стою. Я поставил за вас, не волнуйтесь. Спасибо. Проходим. О, хорош, даже не зацепило. В смысле, это так просто? Надо. Какие дотики заставляют нас прыгать. Как классно иметь своего танка. Спасибо. Да ты напиши лучше, это скользко было, там пятка соскользнула. О, босс. Ты там говори, как ты хитрить. Одинокий крабик. Мы как-то были, короче, в этом. Как он называется? Короче, были в этом инсте. И как-то раз. Краб, короче, ну мы его бьем. Обычно вот этот маленький. И он, короче, побежал в страхе. И челик пишет, короче, в чат. Краб ебанулся. Мы как давай ржать, короче. Краб, говорит, ебанулся. Бля. Какой смотрит на все это. Краб, говорит, ебанулся. Просто выпали.
Какая спина? Вот это да. Смотри, у меня какая, 4 ловкости, 4 выносливости, бисовая. Тут это маг зачем-то занидил. И он сролил. Идем бить. Ча. Блин, а его когда одеваешься, слышно этот звук кольчуги. Опасно. Еще всего лишь 30 тысяч. Денис, почему ты 62-й, а Войт 63-й уже? А чё, в чём проблема? Ты вроде обгонял нас. Разве? Ну ж квесты какие сдал. А, тут... Тут майд контроль будет. Походу сильно задело.
Дай Инер, пожалуйста. Так у тебя почти фул. Почти. Да. Там с половиной бы нормально еще. Да нам босса хватит, сейчас пан задепесит. Я на минутку отойду. Слушаю. Будь осторожнее. У нас много врагов. Привет, привет. Пусть духи хранят тебя. Оль, там это... Ты здесь? Вроде я сказал, отойдет. Идем. Оль, ты сможешь на почте сейчас забрать... Почта рядом есть с тобой, нет? Ага. Там забрать с почты одну штучку аквамариновой подвески воина, я тебе отправлял, она такая синяя. Такая, одну. А, она у меня в банке. А, ты все забер... Нет, ты... У тебя, наверное, места там в банке уже нет. Точно там? Точно там. Окей. Ну ладно, потом... Что привело тебя сюда? Я готов, если что.
Так, ну, в теории есть возможность завербовать одного хорошего ханта. Она сейчас 46 уровня. Угу. Играет она одна здесь. Играет давно вообще на сервере. Одна из лучших хантес, я бы сказал, за мои... Ее зовут не Витя? Нет, это Светлана. Ханти, любимка, любимочка. Ну, где она сейчас? Тут на орде, да? В тоннеле всегда. Ну бери. Можешь же брать ту гильдию. Нет, в гильдии у нее есть. Она вообще как бы... Ей лет уже немало, ей где-то под полтинник. Ага. При этом голос у нее очень хороший, мне очень нравится. Вот. По голосу не скажешь. Но мозги есть. Ну, конечно, возраст дает понять, это так. Хороший, добрый человек. Я только за. И как бы привыкла играть одна тоже. То, что, не уверен, что это ей это нравится, но вот умеет одна играть. Так что не знаю, как вот подвязать, заинтересовать. Скажи, что у нас клуб одиночек. Надо будет сначала подкачать ее тогда. Короче, возвращаюсь я через неделю. У вас полный гид для девочек. Одиноких. Я такая, ну ладно. Никого никуда не позовешь, потому что все привыкли играть по одному. Слушай, ну я помню, блин, свои первые инсты, где тот же самый чертоги камня. Вот, и там, короче, мы ахали-охали от того, что у нас шаман 2200 ДПС выдавал. Вот. А тут я, блин, стою, выдаю 1500 на 63 уровне. У меня, короче, квест есть на кровь, и он делается в этом инсте. Что надо. Сейчас я, короче, собираюсь подкатить с подарками в виде колечка и ожерельки. Oh.
Не помню, как там в талантах что вкачивается, забыл вообще. Благодарю. Вот так себе ДПС не даст. Да. Я там приметил, где-то, по-моему, 69 уровень я наберу. Пойду брать себе нормальный мой скриптик. Синий вот этот бомбы кладет.
Бля, это инженеры. Три штуки бомбы будут ложить сейчас. Убегайте из-под ног. Все, минус один. Привет. Привет. Странный звук. Ты домой идешь? Да, меня отпустили. Я вот одного не могу понять. Все документы пришли вчера. Неужели нельзя было мне это все скинуть вчера? А не чтобы сегодня после работы задерживалась и занималась херней откровенной. Так ты вчера тоже вроде не рано закончила. У меня сегодня с утра было не так много работы. Нельзя было мне это с утра скинуть. Мне сказали это делать, кстати, к вечеру, когда уже собиралась уходить. Я понял, понял. Не послышал просто вчера. Так, это с утра. Вчера, я сказала, вчера могли скинуть, я бы с утра сегодня это все сделала. Мне кажется, мне на работу можно кровать уже приносить и ночевать там. Ой, я, кстати, могу орную фотку скинуть. Я, короче, номер работы одеяло заказала. Не забыл забрать. Ну как, просто лень тащить неудобно. Прихожу, а у меня ночной оператор коробки положил, одеялко мое, курочку укрылся и спит. Давай, я хочу на это посмотреть. Знаю я такие фотки. У нас однажды на работе парень уснул в ночную смену. Ну, на холодильник спиной облокотился, лег такой спит. И ВКонтакте группа. И там такие девочки-официантки говорят: это он устал. И там такой шеф-повар комментарии капсом пишет: это он охуел. Это было в 2012 году. То есть, один пенсионер. Угу. Хочу эту грудь. Она моя. И сказал, как прям как Фродо с кольцом. Какой петушора мои запы забрали? Их ты не забрал. Какой петушора не может отказаться от моих зап? Знаете, что первое в мире убийство лича? Мишка танковал лича. 25 герб. Теперь знаем. А знаете, почему мишки танковали? О. Потому что они больше всех танков урона наносят.
Тебе этот грудак на 40 сил нужен? Не. У меня выносливость в приоритете и потом уже ловкость. Я чисто нажал, чтобы это выиграть. Я пока не могу использовать эту Хан что-то стоит, не стреляет. А, не убьет, бегает. А ты же меня реснешь? Угу. Спасибо. Что, у тебя стоповый меч будет? Почти. Так, вот интересно, подсказывать можно, нет? Вот попробую. О, шея на СПД, блять.
у меня нет цели. Баладаш Маланоре. Селама Хашаляноре. Справедливость восторжествует. Наше солнце еще взойдет. Либо ливните, либо дайте мне пать. Пожалуйста. Не могу пригласить члена другой группы. Да? Не расслабляйся ни на секунду. Да сгинут наши враги. Справедливость восторжествует. Говори быстрее. Я регну через минутку. Так, а что, мы сейчас опять регаем? Или что? Ну, да. А что, есть еще предложение? Я тут летаю, карту рассматриваю, точки полета открываю. Короче, у меня тут это, моб. На тебе лидера, пока освободишься, регнешь.
орешала. Помни о солнечном колодце. Вот опять.